Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рай, и мы продолжаем играть в Героик. Так, день первый, забираем с тобой награду. Так, путь Вознесения. Это мне не надо. Так, новый сезон, башня Вознесения. Герои в Элдонии наступают чудесные дни. Начался новый сезон, готовы отправиться на арену и устроить погром. Вознесенные вами приспешники были сброшены, и вас ждет новый список в башне Вознесения. Начните свое восхождение к славе, желаем удачи. Вознесение на вершину этого сезона, герой. Так, ну что, конец сезона. Легендарные арены. Что же я тут получу? Покажите, пожалуйста, мне весь список. И это все. Жидко. Жидко. Сезон окончен. Все ребята сбросились трофеи. О, воу, воу. 20 сундуков, серьезно? Так. Хорошо, ладно. Ну, это, ребята, такие награды, знаешь. Хлипенькие, так скажем. Угу, первобытный дух, перекати камни, цепная молния. Так, друзья, мне бы надо заработать 3500 каким-то образом, блин. В магазине что-то бесплатно у нас есть. А что? 135 монет? Это же дешево, ребят. Ладно, давай попробуем. Так, мы ее можем усилить. Опа. Мало того, что усилить, мы ее можем еще и прокачать, ребята. 9 уровня. Вау. Ну что, я, наверное, готов. Давай смотреть. Все, Рей со своей старой школы. Он никак не, никак не может перейти на другой ранг какой-нибудь. Ну давай, давай. Опа, Эмри. Эмри 70, творец заклинаний. Мне интересно знать, где осколки, ребята. Мне кажется, осколки у нас в этой, получается, в компании, когда мы проходим. Ну. Окей. Он выпускает перекати камни, ребята, а мне и поставить-то некого. Вот же шлепок мелкий, а. Ты видел, что он вытворяет? Он вытворяет своим мелким ханориком неприятные для меня вещи. Ладно, мой лучник тоже пошел на его базу. Он вызывает вампира. Опа. Нормально. Не успел, да? Я не успел, друзья мои. Так, я что-то не понял. Да я просто, ну... Смотри, что вытворяет, а? Успеет сокол своего вызвать или нет, ребят? Как думаете? Заморозку врубил. По-моему, тут кранты, ребята, мне. Да.
чисто запинал своими скелетами. Да нет, на самом деле там не скелеты, там больше, наверное, все-таки сыграли эти заморозки. Он сразу врубал заморозку. Я думаю, что ты успел видеть, да? То есть вот этот вот мелкий хмырь, гоблин, только на заморозках. Мне не выпадал ни отражатель, никого. Я не смог, ребята, от стрелков практически вообще никак защититься. Отражателя не было. Так что вот так вот. И с ведьмой я, конечно, лопухнулся. Два раза ведьма пыталась что-то сделать. Он... Я специально, ребят, смотрел на его верхнюю шкалу по заклинаниям. Он специально держал, он не тратил. Так что... Ладно, я попробую сейчас отыграться. Ну, у меня, как всегда, 6, 6, 6 и 8. Этого тоже не было у меня, к сожалению, ребята. Так-с, началось. Я вообще ничего не могу. Сейчас вот в данный момент ничего не могу сделать, ребят. Отражателя, как ты видишь, у меня тоже нету. Ну, вот так вот, если только сделать. Ну, ты понял, да? Сейчас попробуем пробивать их обоих. Чё? Упс. Успею ли я? Смотри, смотри, что делает гад, а? Ладно, взяли инициативу вроде бы, ребят, в свои руки. Пока. Поехали. Так. Ладно. В плане он справился. Как он справился-то? Друзья, как он справился здесь, извини меня, с моей этой поглотительницей душ? Вы сейчас издеваетесь, блин? Не, вот серьезно, вы издеваетесь сейчас? Как он ее мог уничтожить? Вот этой вот мечницей? Нет, ребята, это... Подожди, нафиг. Где она? Убираю я ее, короче, ребята. Это какой-то бред. Поглотительница душ. Была уничтожена обычным лучником. Да ну, это фигня, ребят, полная лажа. Просто полная лажа. Так Анубиса я не хочу брать. Давай попробуем так. Конечно, я не ожидал, что ее завалит какая-то мечница. Или он что-то применил, возможно, заморозку, ребята. Я просто не увидел этого. Или еще что-нибудь. Броненосец. Окей, ладно. Ну, ты видишь, у него заклинашки там готовы, друзья мои, так что сейчас начнется тут.
Я в ответ... Ага. Так, ну он... Ладно, давай попробуем так сделать. Крышка все равно этому роботу. Этому роботу все равно, ребята, крышка. Так, по две карты. Ага, но он через командира, друзья мои, решил сыграть. Ладно. Давай поиграем по твоим правилам, если ты так хочешь. Но мне кажется, тут все, тут хана, ребята, ему. Тут ему хана. Но это-то ерунда, ребят. По сравнению с тем, сколько раз я проиграл, да? Мне нужно еще как минимум 3 игры выиграть. Это как минимум. Так что давай смотреть, что у нас получится из этого всего. Не понял, это что сейчас было? Эй! Что происходит? Так, Предатор Альфа. Ожидание противника. То есть ты хочешь сказать, что... А, нет. Я думал, что он ушел. Нет. Слушайте, ребята, он, кстати, 9 ранга, Крул. Ну что, мне только лучник достается. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-на. Ну-ка. Ну, хотя бы так. Пускай она подойдет чуть-чуть поближе, я ее из лука. Я ее из лука. Слишком слабо, ребята. Он же хлопнет сейчас. Вот, что случилось-то? Смотри, смотри! Какого? А как ты мне это объяснишь? Почему у него быстрее, блин, сработало заклинание, чем мое? Я вызвал раньше, чем он, или нет? Блин, я, наверное, не раньше, ребята, вызвал. Ой, дурик. Я просто не успел, ребята. Я опять скатился в самую задницу. Карты, ты видел, какие карты мне дали? Дорогущие, ребята, я ничего не смог сделать. К сожалению. Так, Киллер Бит. Всемогущий заклинатель, да? Ну вот смотри, опять твою налево, ну. Ну что это? Иди в баню, блин, отсюда. Вот ты только мешаешь мне здесь, блин. Опять не легче. 5, 9. А это что он там, броню взял какую-то святую, да? Он выбрал броню и удар. Крыса за Москворецкой идет.
Ну очухивайся давай. Ну как-то так. Да, конечно. Ну давай тогда сделаем так. Да-да, вот на заморозках, вот бесевый, серьезно говорю, который вот этот тролль замораживающий просто вымораживает меня. Причем вымораживает так сильно, что даже не описать, ребят. Ай, ладно. Здесь отыгрались. С горем пополам, но это только здесь. Погнали дальше. Светлячков я брать не хочу, мне они, ребята, не понравились. На каждом ряду появляются три вот этих вот баронессы, которые идут. Ну, такое себе. Причем убиваешь главную из них, они все погибают. Согласись, не очень, не очень хороший, как бы, расклад. Так, Дил 3. Опять 25, да? Так, мечница вышла. Давай посмотрим. Будет он применять? Как ты мне, блин, дорог, а, засранец. Да я не успел, ребят, все. С этим колосом, на этого колоса, блин, отвлекся. Точнее, надо было на колоса отвлечься, колоса уничтожить. А он, видишь, он его запустил вперед и начал его контролировать, колоса. А у меня ассасина не было. Мне его не дали, чтобы я мог выставить его и уничтожить. Нахрена? Нахрена тебе колос? Колоса трогать, да? Ладно. То есть все равно в любом случае, если брать коэффициент выигрышей и проигрышей, я проигрываю. Ну хотя бы отражатели дали, спасибо. Поехали. А он в этот момент специально что-ли там поставил, так чтобы бомбить? У него 8 уровня, а у меня 6. Чувствуешь разницу?
Так, хмырь болотный. Смотри, опять, ребята, идет все не так, как я хочу. Да уж. Так, я, наверное, ребята, вызывать буду этого. Исчадие. Опа! Ну давай, у меня-то 9 уровня, парень. Такс. Не знаю, сможет ли он здесь противостоять, ребят. Нет. Здесь мы его вальнули. Хотя напряженный был бой, если честно. Согласись. Такой серьезненький был поединочек. Но тем не менее, здесь, ладно, здесь нам повезло. Хотя у него тоже, ребята, было исчадие. Ты видел его, да? Нам повезло, что нам дали на раннем ходу отражателя. Он сыграл здесь, как говорится, немалую роль. Так что все отлично. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Нам бы еще как-то с тобой начать новую главу. Вторую главу первой книги. Джоран? Это что такое за Джоран? Так, опять он, а? Так, отражатели дали, ребята. Дали мне отражатели. Смотрим. У него лед. У него лед, ребят. Причем даже без жалости. Просто его потратил. У него заморозка здесь, поэтому он понял, я все. Делаш. Ладно, потратил заклинание. Так, ребята, не забываем, что у него есть двойник. То есть, как он называется-то? Дублирует, короче. Дублирует мои карты. Угу. Началось. Так, он потратился, да? Твою налево, что так быстро-то? Откуда у него две вот эти вот? Я не могу врубиться, блин, пипец какой-то. Я в шоке, ребята. У меня между бойцами нужно хрен знает сколько ждать. Он вызывает еще одну танцующую с клинками.
Я, наверное, никогда не перейду, блин, да? В 3500. Вот никогда. Так, где эта танцующая с клинками? Вот эту вот убираем отсюда, наверное, да? Вот он этот, ребята, по-моему. Миньон, который... Сейчас, подожди секунду, сейчас посмотрим. Первобытный дух, я не знаю, нужен ли он мне здесь сейчас или нет. Так, древень точно мне не нужен. А где она у нас, танцующая с клинками? Я что-то ее не вижу, ребят, здесь. Вот она. Вот она, танцующая с клинками. Так, новый уровень. 8-й. Взять его или не взять, а? Если мы его возьмем, то вместо кого? Сюда, может быть. Давай попробуем так. Чего? Да в плане, отказывается кто-то в бой со мной, что ли, вступать, я не могу понять. Сбивается, ребят, поиск противника. Так. Опять же броненосец какой-то здесь, Потемкин. Может быть, ведьму убрать нам из отряда, а? Она дорогая и редко, когда, ребята, получается ей воспользоваться. Так, у него есть удар, у него тоже есть молот. Ребят, ну, в общем, все по старой школе. Вот как, объясни мне сейчас одну вещь. Он, ну как он их сразу двух-то поставил? Как это может быть? Вот этого, кстати, говнюка у меня, по-моему, ребята, нету. Вот этого вот. Амбал, или как его там назвать. Давай его убьем. Все равно ведь убью гада. Он вот эти вот миньоны специально, да, сейчас отправляет на меня. Вот. Ты видел, у него молот, ребята, вернулся. Говнарь, а? Смотрите, как он хочет, ребята, просто рвется.
Так, молот, колотушки. Да неужели выиграем, ребят, смотрите. Так, сцепился мы со скелетом с этим. Так, я сейчас еще одного вызову. Давай, пару ударов и хана. Есть. Фух. Да, друзья мои. Если бы не щадие, я думаю, что победы мне здесь не видать. А так повезло. Так, что у нас там вообще еще есть? Выполнено. Ну-ка, давай. 390 из 4000. Ага. 1500 накопительный жетон, офигеть. Выполните 8 штук 28-дневных заданий. Офигеть. Так, что у нас в гильдии, ребят? Подарки. Запрос. Я, наверное, вот этого попробуем запросить. А в гильдии никого нету, в гильдии я пока один, ребят, до сих пор еще. Башня Вознесения, борьба за флаг. Слушай, давай посмотрим, что это за борьба за флаг. Это случайно не тот ли кто-то, кто первый флаг заберет? Да что такое-то? Ну... Что-то долго мы ищем противников. Ты серьезно? Так долго? И я даже отменить не могу. Нет, отменить смог. Что-то долго. Я не знаю, почему, ребята, нету никого там. Коллекция какая-то. Но здесь мы, понятно, здесь ничего мы прокачать не сможем. Успешный обмен подарками. Темный рыцарь и... 999. Так, получить. Так, ну это понятно. Что тут вот? Где-то я видел, только что получить. Закрытый режим выключить. Я не знаю, что это за закрытый режим. Открытый, закрытый. Панцирь обычный. Вот тут все. Вот этих, ребята, что-то как-то маловато, я смотрю. Вот этих. Не этих, а другие руны. Вот таких вот рун. Великие руны. Их почему-то вообще мало. Я не знаю почему. Ворона эпическая. Угу. Так, ну что, ребята, в компании у нас вторая глава. Это мы уже, по-моему, читали. Поехали, посмотрим, ребята, что у нас тут выйдет. Новый уровень. 12 тысяч нужно монет. Это перекати камни, на новый уровень хотят перейти. Подожди. Подожди, отмена. Выбрать лучшее. Вот так вот. Уровень 11.
Завоевание. Уничтожьте портал, но пока не кончилось время, это я понял. Скелеты первого уровня на меня идут. Ой. Не, ну это жестко. Пускай они хоть и первого уровня, но их, ребята, много. Да ты заколебал. Пошел у меня, короче, колос развлекаться. А еще вот так вот я поставлю. Сделаем так. Сюда поставим лучника. То есть, соответственно, мы не дадим ему проходу. И вот так вот. Разнесли в хлам вражескую стену. Гадюка. Больше всего заклинаний сделал гадюка. Ну и что вы мне тут подсунете? Руны заклинаний. 32 штуки. Слушай, а руны заклинаний, по-моему, нам нужны для чего-то, да? Не помню, правда, для чего, но для чего-то. Поехали дальше. Вы уже используете лучшее снаряжение. Глава вторая, да? Уровень 12, завоевание. А задание везде будет одно и то же. Уничтожьте портал. Мне бы хотелось посмотреть за флаг. Что-то там знакомое за флаг. Битва это. Не могу просто вспомнить. Так, он меня что, душить теперь гоблинами собрался? Ну, похоже на это. Ну да. Шансов, мне кажется, у него здесь прогнуть меня нету. Видимо, делает крик, а ни одного скелета. А, я опоздал. Сейчас все взорвался. Колос, ребята, взорвался возле ворот и, соответственно, уничтожил их. Очки славы. Прекрасно. Ну что, двигаемся дальше, ребята. Священный молот. Можно будет прокачать. А, он уже прокачался. Слушай, ну это хорошо. Потому что я иногда проигрываю. Ты видел по поводу молота? Когда вот молот я выкидываю вперед, у этих гаденышей, у врагов у наших, он возвращается обратно. А у меня не возвращается. Мой просто пролетает вперед и все. Фига себе, у него 50 тысяч, а у меня 32 тысячи. Не жирно ли вам тут дали здоровье-то, а, ребятушки? Как-то немножечко несправедливо, по-моему. Вот не дойдет до него, а? Колос пошел. Такой медленный. Ну, некоторые, да, тактика. Я помню, ребят, такую тактику раньше была, когда отправляешь колоса вперед и прикрываешь его всячески, только лишь для того, чтобы он дошел до базы, ребята, и сделал свой взрыв. Была такая, ну, это тактика была, это еще когда я играл, а это было, извини меня, когда? Это было давно.
Я просто не думал, что она до сих пор еще жива. Но, как видим, она жива. Я, ребят, по-моему, получаю одну очку славы. Одну очку вознесения, точнее. Одну очку вознесения. Ну, это круто. А что значит автобой? А, автобой вот где, ребята, используется. Понял. То есть он работает только на тех уровнях, которые уже были пройдены. То есть, грубо говоря, для фарма. Только что там фармить? Непонятно. Фига, ты смотри. Ребята, у вас не... Так, вы издеваетесь, что ли? Я не могу понять. Фига он тут. Этот-то, блин, сейчас, ребята, всыпет, мама, не горюй. А, так это полоска еще и бесконечная, что ли? Вот тут нет, кончается. Ну-ка, колос, давай. Ну, готовы. Ну, нормально, ребят, сейчас хана ему будет. Есть. Пробили. Найдено снаряжение, молот. Так у нас, по-моему, такой же молот есть, только он с двумя звездами. Есть, конечно, я чего-то не путаю. Поехали дальше. Опять не можем найти никого, да? Да что ты будешь делать? Да что сбивается-то все время? Давай, давай, противник. Ты что такое так долго-то, а? Короче, я не знаю, ребята. Нету никого и все. Поиск противника и даже отмена не работает. По-моему, ребята, игра, наверное, зависла. Мне так кажется. Такое может быть. Такое может быть. Такое встречается редко, но, как ты видишь, метко. Ну, тогда, друзья мои, давайте мы, наверное, тогда на сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.